Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Примадонна с супругом подкололи тех, кто распускает слухи, и успокоили фанатов. В сети и СМИ уже больше месяца обсуждают развод Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Причем, откуда берутся эти слухи, совершенно непонятно. Звездная пара регулярно публикует фото и видео в соцсетях. На кадрах видно, что вся семья с удовольствием проводит время вместе. А 1 сентября гордые родители отвели Лизу и Гарри в первый класс. Тогда Примадонна не сдержала нахлынувших чувств и прослезилась. Впрочем, внимательный супруг тут же нежно ее обнял и утешил. Однако сплетники, судя по всему, не унимаются. Поэтому Галкин решил предоставить фотодоказательства. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал два кадра. «Не дождетесь, сплетники», — коротко подписал фото Максим. Красивую пару поддержали и звездные друзья, и поклонники. «Собака лает, а караван идет». «И как красиво идет», — откликнулась Алика Смехова. «Правильно. Живите долго и счастливо». «Правильно. Так их какая Алла Борисовна красивая», — прокомментировали пользователи. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!